12 ноября в здании администрации были подведены итоги конкурсов по охране труда за 2019 год. Лучший уполномоченный и лучшее состояние условий охраны труда на предприятии. Вы делитесь опытом с вашими коллегами, с молодыми специалистами и, в общем, формируете позитивный имидж администрации муниципального образования города, ну и, соответственно, своих предприятий. По областному конкурсу «Лучшее состояние условий охраны труда на предприятии» по итогам 2019 года признаны Смоленская АЭС и детский сад «Ласточка». Представители организации получили благодарственное письмо от губернатора области и кубок победителя. Благодарственным письмом также награждена первая школа за достойную работу по охране труда. Вот такими этапами вы должны задавать драйвер движения вперед для ваших коллег. Победителями смотра конкурса названия «Лучший уполномоченный по охране труда» стала Елена Ермакова, Смоленская АЭС, Елена Брылякова, Смоленская АЭС-сервис, Руслан Богачев, Атомтранс и Наталья Егорова, детский сад «Ивушка». За достойную работу в области охраны труда на своих предприятиях отмечены Любовь Байкова, детский сад «Ласточка», Павел Лобачев, Смоленская АЭС и Валентина Воропаева, средняя школа номер один. И считаю направление охраны труда очень важным в работе предприятия. И думаю, что мы дальше продолжим улучшать свою работу в этом направлении. Основная задача подобных конкурсов – активное привлечение сотрудников к созданию здоровых и безопасных условий труда на своем предприятии.